Всем привет! С вами Бэшик и White Square. Да, привет. Сегодня мы протестируем М39 на броне. Сначала будем использовать шлемики, а потом будем использовать, собственно, саму броню. То есть сначала пройдемся по голове. У нас будет деревянный шлем. У нас будет волчанка с банданой, потому что это хорошая связка. У нас будет кофейник, топ-маска и, возможно, бонусом у нас будет кастрюля, потому что это самое топовое, что есть в этой игре. После мы протестируем деревянную броню и знаков, и, собственно, топовую. Стрелять буду обычными патронами, без всяких модулей, без всяких прицелов. Исключение, конечно, можно надеть вот такой прицел, чтобы было просто удобнее, но можно его и не одевать. Будем пользоваться стандартным прицелом. Стрелять буду с расстояния в 5 блоков. Раз блок, два блок, три блок, 4 блок, 5 блок. Стрелять буду со стула. Итак, White. Деревянный шлем, full HP, правильно? Да. Провода в руках, не знаю зачем, но давай, стой на месте. Раз. Сколько осталось? Ох. 15, осталось 85 урона. Прям в голову. Очень мощно, очень мощно. 85 урона по деревянному шлему. Полное здоровье, волчанка с банданой. Да, осталось 35 хп, 65 урона. Полное здоровье, топовая маска. 50 хп. Ничего себе, топовая маска держит 50 урона. Ничего себе, всего 2 выстрела, это труп. Давай все-таки вот топовую маску до выстрела сделаем, чтобы ты отвалился полностью. Вот просто как это будет быстро. Давай отхилься, один топовую маску. Ну, есть. Все, да? Стреляю, значит ты просто стоишь, все, 2 выстрела сделаю. Отличная винтовка, просто 2 выстрела, это даже проще, чем с болтовки. С той попасть сложнее, с этой просто... И все, давай. Ух ты, быстро появился. Одевай кастрюлю, это самый топ. Полное здоровье, топовая кастрюля. Самый топовый шлем в этой игре. 90 хп осталось. Так, ну давай попробуем тебе в голову просто накидать. Постой на месте с полным здоровьем. В этой чудесной кастрюльке. Давай, голова. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это трэш какой-то. Вот она, топовая маска в данной игре. Самое, что у нее есть, топовая. 10 выстрелов, просто 10 выстрелов. Так, White. Деревянная броня, полное здоровье. Стань чуточку ровнее ко мне, левее как бы повернись чуть-чуть. Вот так стой, все. Раз. 55 хп, 45 урона. Столько же. Отлично. И упал. Красиво. Деревянная броня, 45 урона. Полное здоровье, броня и знаков. Раз. 60 хп, 40 урона. 40 урона на 5 меньше, хорошо. Так же. И не упал, а сразу умер. Бывает, White. Топовая броня, полное здоровье. 63 хп, 37. 37, да? Да. То, в принципе, не намного лучше брони и знаков. Короче, бегаем в дереве. По сути, да, можно бегать спокойно в дереве. Там было 40, здесь 37. Получается, правда, что можно бегать либо... В знаках, либо в дереве. Топовая броня против этой винтовки особого смысла не имеет. Правда, надо будет настрелять хорошо, но это не составит большого труда. А если вас несколько, раз, раз. Красиво, очень прям хорошо бьет оно так, прям очень хорошо. Топовая рыцарская броня, полное здоровье. Раз. 87 минус 13 хп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Слушай, ну, в принципе, очень даже жестко. Ну. Ты выдержал 8 попаданий в топовую броню. Конечно, передвигаться нормально ты в ней не сможешь, но если уж сильно надо, выстоять в этом можно очень даже хорошо. Давай по рукам тебе постреляем, возьмешь из перчатки самые топовые знаков оденешь. Если в рыцарской броне лучше стрелять в тело, а не в голову. Да, но если ты будешь где-нибудь в топовой броньке, не в рыцарской, а просто в топовой, в МВКшной, и ставить в кастрюлю, то снайперу будет тебя все равно сложно убить, потому что тебе надо будет попасть несколько раз по голове, прям ощутимо несколько раз. Там даже болтовка не особо сильна против этого. Ну и так, в общем. Раз. 55 хп, это получается 45 урона. Два. Три. Отлично, и ты упал. Полное здоровье, тактические перчатки. Раз. Также 55 хп, 45 урона. Два. Три. Ой. Ой. White погиб. Ну что у нас получается? Очень убойная, очень мощная, очень сильная винтовка. По сути, копия калаша, но с другими
тактико-техническими характеристиками и с менее удобным прицелом. Хотя кому-то этот прицел, конечно же, зайдет и очень сильно понравится. Тестирование получилось немножечко сумбурным, но, в принципе, так мы его и задумывали. Если вам понравился ролик, ставьте лайкосик. А если у вас вдруг тормозит Rust, пользуйтесь сервисом PlayKey, который позволяет играть в игры на облачном ПК, на мощном облачном ПК. Тем самым у вас будет хороший FPS. Вся информация по этому сервису и ссылочки есть в описании. Всем удачи! Егор Чайка.